их много. Я пишу эти строки тем, кто, возможно, отправится по моим следам. Мои раны серьезнее, чем я думал. Мне уже не поправиться. Сегодня я в последний раз попытаюсь сбежать из этой ледяной гробницы. Святой источник здесь, на вершине самой высокой башни. Но мне туда не добраться. Пока источник в руках у бессмертной армии пророка, их не остановить. Это призраки и демоны, которых невозможно убить. Насмешка над всеми божьими творениями. Если Троице когда-нибудь удастся вернуть источник, сможем ли мы распорядиться им лучше? Боюсь, что нет. Возможно, будет лучше, если его никто никогда не найдет. Kine, skotaste bin!
Шкотас тобі! Попробуйте их остановить. В лучшем случае выиграем для тебя время. До встречи на той стороне. Палата душ. Святой источник должен быть там. Похоже, путь в центр города пролегает через эти врата. Я потерпел неудачу. Мне не искупить грехи. Я мыл руки кровью, чтобы найти пророка, и теперь бессилен. Атака обернулась осадой, и люди пророка сделали невообразимое. Направили орудия на ледники и погребли свой собственный город под лавиной. И монголы, и люди пророка погибли под снегом. Хан и его орда мертвы. Улицы Китежа усеяны трупами. В ледяном сердце города в живых остался лишь я. И армия бессмертных пророка
рыщет по руинам в поисках выживших. А в их глазах горит дьявольский огонь. Уж не знаю, каким я ожидала увидеть бессмертное существо, но Яков такой человечный. Сколько он, должно быть, повидал за эти годы? Эти знания и опыт просто сложно представить. И все же он лгал своим людям веками. Все ради того, чтобы сохранить тайну. Какие чудеса таит Святой Источник? Смогут ли люди наконец-то понять истинную сущность души? Или сделать невероятное научное открытие? Ясно одно. Троице он не должен достаться ни в коем случае. Бессмертные патрулируют улицы. Нельзя попадаться им на глаза. Так, чтобы они разбили врата.
Надо пробить врата. Сойдет, наверное. Пора стрелять. Столько разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Эта фреска рассказывает о тех, кто пал в том сражении, и тех, кто умер впоследствии от голода и болезней. На месте. Путь к палате душ пролегает через эти врата. Надо только найти еще один требюшет. Сделала все, что могла. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойтись. Поодиночке мы погибнем,
Но вместе победим. Иди. Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь. Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь.
получилось. Пора снести врата. Попало. Нужно еще разок. Никак не прицелиться, механизм замерз. Похоже, монгольские войска были полностью погребены подо льдом, так и не дойдя до центра города. Чуть повыше. Нужно чем-то уравновесить стрелу крана.
Чуть повыше. Нужно чем-то уравновесить стрелу крана.